Кельвин, психолог. Насколько я вижу, вы меня не ждали. Он понимает, что все будет зависеть от его первого сообщения со станции. Если увидите нечто необычное, ни меня, ни сэр Торрис, старайтесь, держите себя в руках. Галлюцинации. А кто приходил? Она умерла 10 лет тому назад. То, что ты видел, материализация твоего представления о ней. А Крис меня любит. Хочет мною живой. Да вы не женщина и не человек. А вы только ее повторение. Мне кажется, я должна тебя все время видеть. Я становлюсь человеком. Чувства я нисколько не меньше, чем вы.